Специально для «Новострой М» тайный покупатель провел расследование в жилом комплексе «Май». Новостройка возводится в Ленинском районе Московской области, в 40 минутах езды от станции метро «Домодедовская». Девелопер – компания «Тройка Ред». Тип проекта – «Монолит Кирпич». Комплекс «Май» – это 21 жилой корпус и объекты инфраструктуры. Часть квартир будет реализовываться с отделкой. Покупателям предлагаются студии, одна- и двухкомнатные квартиры площадью от 28 до 65 квадратных метров. Подробности расследования читайте на сайте «Новострой М». 21 корпус жилого комплекса объединены в таких 4 линии. Вот перед нами третий корпус, они ближе всего к Каширскому шоссе. Сейчас вот покажу. Вот Каширское шоссе. Это перед нами строительство 10-го корпуса. 10-й корпус относится ко второй линии. По документам он сдается, так же как и первая линия, в марте 2017 года. То есть до 31 августа 2017 года жители получат ключи. Строительство ведется по монолитно-кирпичной технологии. Над монолитным фундаментом возводятся стены из газосиликатного блока, которые затем утепляются и отделываются плиткой или кирпичами в торцах домов. Получается такая довольно толстая стена. Дворы жилого комплекса «Май» будут свободны от машин. Однако многоуровневый паркинг не предусмотрен. Застройщикам запланирован только плоскостной паркинг вокруг домов. Количество машиномест в нем совпадает с числом квартир. Таким образом, весь внешний периметр новостройки будет занят припаркованными автомобилями. Дома первой линии с 1 по 4 – это пятиэтажные жилые дома, как мы видим, такого яркого оранжевого цвета. В них запланировано строительство торговой аллеи. То есть некоторые секции жилых домов одноэтажные, предназначены для коммерческих помещений. Сейчас в продаже квартиры в первой и второй линии жилого комплекса. Квартиры-студии, одна- и двухкомнатные квартиры с большими кухнями-гостинами, кладовками. У большинства квартир первого этажа есть свой отдельный вход. Выше второго иногда попадаются балконы, но их немного. Вот отсюда хорошо видно лесополосу. Туда ближе к ней начнется строительство третьей и четвертой линий, которые планируется сдавать в декабре 2017 года. Здесь возле лесопарка строится школа. Школа в проекте только начальная. В одном из ней зданий будет детский сад. Начальная школа рассчитана на 200 учеников. Детский сад тоже на 200 детей. Школа, детский сад находится на второй линии строительства. Их также планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году. Поселок Горки, возле которого строится жилой комплекс «Май», достаточно деревенского вида. Автозаправка непосредственно возле комплекса и пара продуктовых магазинов небольших. Ближайшая станция метро к новостройке «Домодедовская». От нее сюда ходит 6 или 8 маршрутов общественного транспорта. Ехать примерно 25-30. Ехать приходится в основном по Каширскому шоссе. Здесь уже сейчас не очень видно, но возле видного движение не очень оживленное. Дорогу реконструируют, возможно, поэтому. Надежность девелопера тайный покупатель оценил 8 баллов из 10. У компании были небольшие задержки сроков сдачи в одном из проектов. Схема покупки получает также 8 баллов. Из минусов – дорогой агентский договор. 7 баллов – за завышенные цены, но хорошие планировки. Инфраструктура получает 6 баллов. Социальных объектов жителям комплекса будет не хватать. Транспортная доступность оценена тайным покупателем в 7 баллов. Альтернативы в виде железнодорожной станции поблизости нет. Оценки по другим параметрам, а также все подробности проверки жилого комплекса «Май» читайте на сайте «Новострой М».